программа для учителей. Тоже G1. Вот, Teacher Program. Это значит программа, которая позволяет учителям приезжать сюда, в Америку, и преподавать какую-то дисциплину. Ну, например, у нас была клиентка, которая из Казахстана, причем она казашка сама, но преподавала русский язык. Понимаешь? То есть она учила русский язык в школе, в американской школе. Они не могли найти преподавателя здесь и выписали ее. Она приехала сюда и преподавала русский язык. Это может быть технический какой-нибудь предмет, физика. Очень часто, понимаешь, вот особенно в глубинках, очень часто не хватает профессиональных преподавателей. Так же самое, очень часто не хватает профессиональных врачей. Есть программа и для врачей. Я позже, завтра с тобой расскажу про нее. Значит, то есть в глубинку вообще очень легко устроиться, где куда-то в сельскую местность. Но это не обязательно должна быть действительно там глубинка какая-нибудь, там Средний Запад и так далее. Это может быть, там, не знаю, Нью-Джерси, допустим, окраины. Это может быть даже та же Флорида, но не Майами, а чуть дальше куда-то там, да. То есть какие-то, ну, уже такие не супер крутые места, где живет простые американцы, средний класс. Но в то же время этот средний класс хочет, чтобы их дети, у их детей были профессиональные преподаватели. И если ты профессионал в своей стране, у тебя там есть какие-нибудь там дипломы, награды, ты действительно, ну, английский понятно, что надо знать, конечно. Понятно, что она преподавала русский, но она знала и английский, потому что, ну как без этого. Вот. То вероятность очень высокая попасть по этой программе в школы. Есть специальные даже джоб-офферы по этому вопросу, как бы, то есть можно искать эти джоб-офферы. Не так часто, на самом деле, конечно, по вот этой программе приезжают, но это тоже вариант. Почему нет? Ну да. Конечно, надо иметь, опять же, хорошие там личные качества, умение общаться с детьми, то есть образование должно быть педагогическое. Это все очень важно, конечно, это очень важно. Не так, что я там, знаете, я там хорошо знаю литературу там или русский язык, и я сейчас поеду. Да, ты можешь поехать, но мало того, что у тебя есть желание, ты еще должен пройти собеседование с консулом. Понимаешь, он с тобой, он американский гражданин, и он будет добиваться, чтобы к детям американским приезжал профессионал, специалист своего дела. Вот. Так что для учителей тоже программа очень хорошая, ну, ты можешь ее предлагать. Ну, вот как бы на сегодня вот так вот. Хорошо, отлично, Юр. У меня уже там клиентик уже скоро будет вам. Ну, супер. А...